Здравствуйте, друзья. У нас тут видео 360. Так, ну, всех видно. Ну, видно всех, да. Вот никто не спрячется. Все видны. Здравствуйте. Представляйтесь. Меня зовут Елена. Так. Вот сегодня первый день. Учусь в школе Михаила Портнова. Но вы в Сан-Диего жили. Вы как колобок. Из Сан-Диего ушел. Из Сакраменто ушел. Из Сан-Диего очень тяжело ушли. Из Сакраменто очень легко. Так. Приехали к вам. У вас здесь. Ну, в Маунтинью вам как? Ну, здесь больше нравится, чем в Сакраменто. Так. Почти Сан-Диего, но... На уроке все понятно? На уроке все понятно, да. Почти все баги нашла, о которых Гарри. Так, ну, по-английски все тоже понятно? Да. Муж там сзади поддерживать? Да, если что, непонятно какое-то слово, он мне так подсказывает. Да, ну, пошли в класс, пойдем. Где муж-то? Вот. Я же на ему подмигивает. Да, я мог бы не разворачиваться, сказать, что же вы крутите, что вы пошли крутиться, и так все видны. Ну, так, давайте, я вас не приму. Так, давайте вместе рядышком сгрутитесь. Так, вы тоже так учитесь или так, просто за компанию? Не то чтобы за компанию. Так, самый главный ученик. Да, необходимо просто что-то серьезно менять. И меня неделю трясет, я... Так переживаю и не сплю, и ворочаюсь. Вы такой взрослый мальчик тоже. Вот, ну, ну, вот это. Язык с трудом дается. И... Угу. Но все же технических терминов набраться тоже надо, чтобы успешно все это освоить. Хорошо. Ну что же. Так, стоп. Ириш, Ириш. Идите сюда. Вы у нас тут, становитесь, третий будете. Значит, вы у нас на канале тоже как недавно появлялись, можно сказать, звездой такой были, приехали. А вы в другом классе сидите? Да. Как там? Очень хорошо. Мне очень понравилось, как Наташа ведет лекцию очень интерактивно, живо. Студенты не уснут. Вот, у нас Ирина будет себя пробовать в качестве человека, который проект у нас поведет для начала. Она 20 лет бедненькая, такая вот, можно сказать, ангелоподобная, 20 лет отсидела в офисах разных, тестировала, что дают. Вот. Ну, не скучно тестировать-то? Нет, не скучно. Можно жить? Не скучно, потому что мне кажется, что даже вот интереснее, чем быть программистом, ну, на мой взгляд, потому да. что... вариация разных заданий. Вот там надо написать тест-кейс, придумать, можно там автоматизировать, что есть, программированием. Как-то разнообразие больше. А мне кажется, что вот мы, как люди советские, в значительной степени как бы сформированы для того, чтобы тестировать, потому что мы на веру ничего не берем. Вот если мы видим на заборе написано «окрашено», или там, как называют, там, не трогай, да? Ну, как это? Мы обязательно пойдем, знаете, мы тестеры внутри. Есть такой анекдот, как вот я расскажу про... Да, у нас такое внутреннее недоверие. Я это называю «баллада о русском тестере». Это я здесь только понял. Советский такой анекдот старый, когда... звучит так. Привезли в деревню пилораму. «О, блин», сказали мужики. И принесли веточку. Пилорама вжик и распилила. «О, блин», сказали мужики, принесли полежка. Пилорама жж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 
программа пилила, 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 и распилила. О, блин, сказали мужики, принесли железобетонную балку. Пилорама хрись и сломалась. А, блин, сказали мужики. Вот. И прошла из. Да, ну это фактически такой стресс-тестинг, да? Вот. Но единственное, что мне не на тестирование дали, на эксплуатацию, так сказать. Ну что же, хорошо. Хорошо себя ведет, Наташа. Еще как? Ей так. Все нравится, да? Даже. Но не рвется там помогать другим. Ничего, я ее сейчас тоже припашу. Все. Ладно, а что порожняком-то сидеть? Да. Ладно, ребята, у нас урок скоро. Да. Значит, пошли на урок.